А героев былых времен не осталось порой имен. В год 70-летия Великой Победы в городе и области и других районах России прошли мои авторские концерты. Их было более 80. Они были посвящены подвигу советских воинов, завоевавших Великую Победу. Как член Союза композиторов России, считаю своим долгом вместе с другими песнями писать и военные песни, марши, баллады. Мой отец первое боевое крещение получил во время Великой Отечественной войны в Прибалтике, получив ранение, но продолжал сражаться с врагом. Для меня участие в акции «Бессмертный полк» – это прежде всего благодарность моему отцу и память о нем. Я считаю своим долгом во всеуслышание сказать и призвать всех жителей города воинской славы Брянска и Брянской области чтить память всех, кто не вернулся с фронтов Великой Отечественной войны, кто, не щадя своей жизни, завоевал для нас победу. Особые слова благодарности хочется сказать фронтовикам, которые сегодня живут, и пожелать им прежде всего крепкого здоровья и личного счастья. 9 мая, в День Победы, я знаю, что многие жители с большим чувством ответственности и гордости пронесут в руках фотографии наших отцов, дедов, матерей. Все дружно вольются в единую многотысячную колонну, шагая по главным улицам города в Брянске. Пройдет всероссийская акция «Бессмертный полк». Призываю всех вас присоединиться к этому уникальному великому событию.